такое, йоу! Он может не принять, очевидно, дорогой подарок. Вот так и вот так. Теперь прочтите. Твой подарочек — это я? Хаясага! Это было сегодня весело! Ничтожество. Воплощение плотского желания. Бросаться на мужиков без колебаний. Грязная женщина, что видит в мужчинах лишь добычу. Пересекла черту, которую не стоило пересекать. Давай тоже, Кагуя! Ну, раз ты просишь! Итак, теперь поговорим насчет униформы. Девчонки наденут мужскую, а парни — женскую форму. Каждый сам решит, у кого брать. Ну, если ты не против, я могла бы одолжить тебе униформу. Правда? Может, хочешь примерить сейчас? Хорошо. В смысле, прямо тут? Если стесняешься, я могу выйти. Да нет, все в порядке. Твиттер, слово. Твиттер. Я иду принять ванну. Вот. Хаясака, идем скорее! Что такое? Интернет сломался! Такое стало бы событием века. Ого, как мило! И раз уж ты надел ее... Может, и макияж сделаем? Я закончила. И шагами. Эй, зачем ты так? Ты что, решила меня разыграть? Извини, я поправлю. Эта работа так выматывает. И вынести все я могу, лишь смыв с себя усталость. Хаясака, идем скорее! Боже. Госпожа Кагуя, хватит уже так вырываться. Чтобы я запереть ее в подвале и мучить до конца жизни. А, конечно, тебя я тоже люблю, Кагуя. Ты номер один в списке людей, которых я хочу съесть. Стремно! Постой, дело не в этом. Я знаю слова, и не то чтобы я не хотел петь. Тогда почему? Я... дерьмов. А, ты дерьмо? Я не силен в пении! И девушке не стоит говорить таких слов! Почему? Хаясака, идем скорее! Да хватит уже, пожалуйста. Не силен в пении. Фудживара вспомнила кошмар наяву. О тех днях и ночах изнурительных тренировок, что истощали тело и душу. И она поклялась больше не заниматься обучением. Но в этот раз дело было в музыке. И в ней Фудживара была особенно хороша. К тому же у него лишь слегка нету слуха. Фудживара только что прокляла свою наивность. По глупости она открыла врата в ад. Силен, да? Совсем немного, да? Жец, это не слегка! Тебе же медведь все уши отдавил! Как ты посмел солгать мне? Как волновалась, когда попала в тот совет. Но в реальности... Президент! Я люблю черные трусики! Я сделаю вам очень хорошо. Они все развратники! Президент, как думаешь, что подумает Эйна, если увидит нас сейчас? Хватит! Прошу, отпусти меня! Скажи, что тебе нравится! Давай, говори! Мне нравится! Но если это будет еще лучше, то я умру! Теперь все прояснилось. Начались их тренировки. Я сделаю из тебя певца, Миюки. Положись на маму. Твой материнский инстинкт меня пугает. Я смогу спеть. Теперь я смогу. Да. Начали. Президент. Скажи мне, скажи, что без ума от черных трусиков. Не то, чтобы мне нравились. Вот как? Отказываешься подчиняться?
Позволь снова взглянуть на твой ярлык. Господи, умоляю. Фудживара? Фудживара? Я правда пел! Фудживара, что с тобой случилось?